Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. С вами снова я, Виталий. Хочу сегодня снять сюжет про баню. Мы стали строить баню. Надеюсь, что скоро мы ее закончим. Вот она у нас. Сейчас вот рубим сруб. Немножко у нас не хватает бревен. Мы их должны подвести тут на днях. 6 бревен. Потому что там кое-где был обнаружен брачок. Они не пошли. Но из них мы сделаем коптилку. Про это мы тоже снимем свой сюжет. Здесь у нас залит фундамент. Столбики. Нашу баньку. Здесь мы выкопали под печь. Выкопали яму. И засыпали вот такой вот щебеночкой мелкой. Здесь мы сделаем печку. Это наш козел Валентин. Да, Валентин? А, Валентин. Вылазит, перепрыгивает через загородку. Ему все пофиг. Ничего не боится. Правда, не там, где электропастух выпрыгивает, а там, где заборчиком огорожен. Делаешь повыше, он выше начинает перепрыгивать. Одним словом, козел. Да, козел? Вот. Здесь я поливаю немножко водичкой, чтобы бетон лучше был крепче. Вот. Это вот наша будущая баня. Наша банька. Что у нас уже 7 рядов. 7 рядов уже готово. Сейчас 7-й ряд будем снимать. Будем рядышком делать. Вот такая вот баня. Это наш работник Александр. Саня, скажи что-нибудь. Что сказать? Не знаю. Привет, Ютуб. Привет. Вот. Новая баня будет скоро делает. Мыться. Да, скоро будем мыться в новой бане. Ну а пока мы пошли топить старую баню. Сегодня будем мыться еще в старой бане. Виталя, мы пропитку-то будем снаружи делать. Ну и снутри, изнутри тоже, наверное, надо будет. Сосновой. Ну, сосновой, да, снаружи, да. А изнутри это есть, как он? Зелененькая вон той. Огнеупорная-то это, как она называется? Я понял, она тоже там есть у нас под раковиной. Вот, вот. Стоит. Самое главное, у кота. Огнебиозащита, ну. Да-да-да, вот ей пропитай. Пропитаем. Пропитаем. Вот. Ну, блядь, новая баня, это пиздец. Да, новая баня будет, это хорошо. Нельзя материться в интернете. Сауну мы будем тут делать. Бассейн? Да-да-да. Потом посмотрим, где будем бассейн делать. Вот у мужика-то, у него также вот в бане. Угу. Дверь. Здесь у него сауна сделана. И крыша также. Ну. Вот здесь еще 7-е бревно пока не положили. Я брал марки 900 на бассейн. До новых встреч. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, дизлайки. Пока. Пишите гадости.